Мы продолжаем выпуск. Сквозь метель в Мурманск приехали социальные предприниматели из Мончегорска и Печенского района, чтобы придать ускорение своему бизнесу. Акселератор – это одна из составляющих благотворительной программы «Мир новых возможностей», которую компания «Норникель» реализует в городах-спутниках. Утренний Мурманск встретил предпринимателей из Мончегорска и Печенского района не только метелью, но и приветственным кофе, вот такими вкусными сладостями. Но главные плюшки ждали их в зале. Это абсолютно практичные рецепты, как развивать свой бизнес. Екатерина Тенкопий из «Никеля» решила начать свое дело после изучения курса «Социальное предпринимательство», организованного «Норникелем» по программе «Мир новых возможностей». Успешно защитила свой проект и получила беспроцентный заем от компании на создание языкового клуба, где можно изучать английский и норвежский языки. Образование у меня не экономическое, я юрист, и это, конечно, здорово, с одной стороны, но все равно знаний не хватает именно для развития своего бизнеса. Хочется чего-то большего, и мы сейчас планируем открыть еще одну школу в Заполярном, школу иностранных языков, и надеемся, что она будет также востребована. В этом году планируем еще получить один беспроцентный займ, то есть мы растем, но знаний не хватает, компетенций не хватает, поэтому приехала учиться. Несмотря на то, что бизнес идет успешно, учиться приехали и авторы проекта «Берег развлечений» – соцпредприниматели из Мончегорска Леонид Гнибеда и Владимир Шустров. И это приятно, что «Норникель» не останавливается в развитии тех, кто когда-то вписался в социальное предпринимательство. Раскрыть побольше угол обзора для тех, кому показалось, что дальше уже вроде бы все сочинили и двигаться некуда. От своих норильских коллег в соцсетях мы посмотрели, они написали там, что это была для них шоковая терапия. Вот, мы в ожидании чего-то интересного. Рад, на самом деле, что понравилось Норильску. Нет, просто спикеры, эксперты приезжают и дают те инструменты, которые предприниматель может использовать в своей повседневной жизни. Здесь нет у нас никакой теории, мы от этого избавлены. Научат их продвижению в соцсетях, диджитал-маркетингу, так называемому, затем, что у них будет, тоже модное название «Customer Development», это исследование и управление потребительскими предпочтениями. Поработаем с экономикой, финансами их проектов, рассмотрим типичные ошибки социальных предпринимателей. За 5 лет работы программы «Норникеля» по развитию социального предпринимательства в Мончегорске, Никеле и Заполярном были созданы и успешно работают 17 меняющих жизнь к лучшему проектов. Это гостиницы, развлекательные, медицинские и образовательные центры. Компания их, как мы говорим, не бросает, да, и мы надеемся на их дальнейшее развитие и готовы им помогать, в том числе как методически, да, так и финансово. В том числе и помогая, вот именно повышая уровень знаний, наверное, о бизнесе, уровень компетенций их, опять же, потому что понятно, что живя и работая в маленьких относительно городах, достаточно тяжело и выкроить время, и получить возможность качественного, серьезного обучения по бизнес-программам. Трехдневный образовательный интенсив, во время которого будут даны практические инструменты для развития своего дела, сменит заочный этап. Социальные предприниматели будут онлайн с опытными наставниками работать над повышением экономической эффективности своего бизнеса. На то, чтобы увеличить выручку, прибыль, показатели рентабельности и прирост количества клиентов, у них есть 10 недель. Петр Широбоков, Александр Саницкий, Николай Яблоков, ТВ-21.